Приветствую вас. Давайте разберем сейчас ваш вопрос, который вы задаете. Сыну исполнилось 18 лет, не можем с ним спокойно общаться, разговаривать как не с мамой, а как с ровесницей, и стал хамить и грубить. Уезжать жить к бабушке, дедушке, на руках у меня еще малыш, я сейчас в декрете, прямо отчаянный. Ну, здравствуйте, Елена. Сожалею, что вот, ну, что возникла у вас такая ситуация неприятная для вас. Очень сожалею, что вы оказались в этой ситуации. Вот, но, тем не менее, вопрос, который здесь необходимо обозначить, это вопрос, касающийся того, чего вы хотите. То есть, вот, как психологи, да, можем для вас сделать. Ну вот, вы пишете про отчаяние, вы пишете о том, что вы в отчаянии находитесь сейчас. Вот, и в целом, на мой взгляд, это вполне естественно, это вполне нормально, вот, то, что вы находитесь сейчас в отчаянии, ну, потому что вам как-то кажется, что земля уходит из-под ног, вот, что как дальше жить, да, в каком направлении двигаться, дальше вы можете не знать, соответственно, какое-то вот чувство потерянности, да, имеет место быть, возможно, у вас, вот, и в целом, я думаю, что и так вот, чисто по-человечески, вас можно понять. Вот, но в то же время я думаю, что не просто так ваш сын себя стал так вести, вот, не просто так ваш сын стал вам грубить, вот, не просто так ваш сын, ну вот, как-то
поступают так, как поступают, вот, зачастую люди ведут себя так из-за, ну, некоторых моментов, связанных со страхом. Вот. Люди поступают так из некоторых моментов, связанных с внутренними конфликтами, вот. С какой-то, значит, ну, возможно, с какой-то возможностью чтобы их услышали, вот. То есть это вот именно, ну вот это именно история, это именно история о том, что человеку вот как-то, ну, необходимо чтобы его услышали, необходимо, чтобы ну вот, человеку, значит, прислушались, вот, и если вот как-то вы этого не делаете, вот, то волей-неволей могут возникнуть конфликты, вот. А, ну, как мне показалось, у вас, ну, непосредственно в вашей семье, по-видимому, нет отца, то есть вот у вас как-то ну, вы, получается, есть, значит, ну, ваш ребенок есть, получается, опять же, и есть еще один ребенок. Вот. То есть, отца нет. Если отца нет, то, соответственно, это тоже может влиять, значит, как-то на вашего сына, вот, к сожалению, вот это, вот. Ну, такая вот, к сожалению, проблематика здесь имеет место быть существенно. И, в общем, и в целом, нужно смотреть в этом смысле на анализ
то есть ваших семейных отношений. То есть первое получается это проживание вашего отчаяния. Ну вот. И как, ну, как следствие, выработка какой-то позиции вашей по данному вопросу, чего вы хотите, попытка понять вашего сына, вот. И дальше уже решение относительно того, ну вот, чего вы хотите. И как можно, что можно с этим, ну, в принципе, сделать. Да, да. Вот. Но опять же, потому что сейчас, например, вот на данный момент, да, это может быть неясно. То есть может быть просто неясно, ну, чего вы хотите. А вот. Вот, пожалуй, то, что я бы вам сейчас мог сказать. Ну, если вам нужно, когда выговориться, да, если вам нужно вот как-то высказаться, если вам нужно выплакаться, опять же, то это история про то, чтобы вы обратились к психологу и с этим поработали. Такой вот момент. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Всего вам самого доброго.